Сеном Клиник предлагает уникальные услуги на новейшем оборудовании. У нас вы можете пройти МРТ-обследование, УЗИ-диагностику, услуги ФГДС-кабинета по самым низким ценам. Запись по телефону 53-00-53, 50-26-50, 8-702-267-43-93. Здравствуйте, вы смотрите программу «Каждый день». О погоде на среду, куда сходить и на что стоит обратить внимание в нашем городе, расскажу вам я, Ирина Черней. Начнем наш выпуск традиционно с прогноза погоды. В Мартуке в последний зимний день ясно, днем минус 14, ночью минус 17. В Алге в среду ожидается небольшой ветер, минус 11 градусов днем, минус 13 ночью. В Хромтау ясно, минус 9 градусов днем, ночью малооблачно, столбик термометра покажет минус 10. В Батамше пасмурно, минус 8 градусов ночью, днем прохладнее, до минус 10. В Шалкаре завтра минус 4 градуса днем, ночью 10 градусов со знаком минус. Уважаемые жители нашего города, вы можете выполнить однодневные малые хирургические операции в вечернее время. Сеном Клиник продлевает график работы хирургической службы до 20.00. Более подробная информация по телефонам 53-00-53, 50-26-50, 8-702-267-43-93, 8-778-303-67-28. Лесник Джо Брейвен живет с семьей в горах на границе США и Канады. Однажды его тихую и размеренную жизнь нарушает опасная банда наркоторговцев, которая еще не знает, что эта часть лесной глуши занята, и занята не дикими животными, а сильным и бескомпромиссным человеком, ради семьи готовым на все. Дикий фильм в кинотеатре «Локомотив». 9 марта в 7 вечера в Центре искусств состоится концерт «Гармония весны» с камерным оркестром. Для вас выступят солисты областной филармонии имени Газизы Жубановой. Художественный руководитель, отличник культуры Республики Казахстан Али Ермекбаев. Билеты уже можно приобрести в кассе Центра искусств. А вот концерт легендарного ансамбля солистов «Московский квартет» наоборот перенесли. Русские сувениры актюбинцы обязательно увидят 18 марта в 16.00. Вопросы можно задать по телефону 8-775-574-30-34. 19 марта на сцене областного театра драмы имени Тахауи Ахтанова пройдут гастроли московского спектакля. Комедия «Однажды, дважды». В главных ролях Глафира Тарханова и Иван Житков. Случайная и радостная встреча обернулась не случайным разговором. За пару часов они пройдут путь от взаимной лжи, иллюзий, обвинений к неожиданной и горькой правде. Если вы стали очевидцем какого-либо события, связанного с дорогами нашего города, присылайте свои фото и видеоматериалы нам на почту rikatv@alis.ru или используйте хэштег «Рулевые РИКТВ». Проехал сам, помоги другому. 25 февраля примерно в 20.40 на автодороге Самара-Шымкент вблизи поселка Жазы Хромтауского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. 35-летний водитель автобуса марки «Мерседес», житель ЮКО, двигаясь со стороны города Актубе в направлении города Хромтау, не справившись с рулевым управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 7 пассажиров автобуса, граждан Республики Узбекистан с различными травмами, госпитализированы в ЦРБ города Хромтау. В салоне автобуса находилось 25 пассажиров. В хирургическом кабинете Сеном Клиник выполняется полный спектр малых амбулаторных хирургических операций одного дня. У нас грамотные врачи, которые постоянно совершенствуют свои знания и практические навыки, современное оборудование, дневной стационар. Более подробная информация по телефонам 53-00-53, 50-26-50, 8-702-267-43-93, 8-778-303-67-28. На этой неделе уже наступит долгожданная весна. Ждали ее все. Совсем скоро в наш город придет тепло, растает снег.
И мы надеемся, что будет много хороших новостей, о которых наш телеканал расскажет вам. Оставайтесь на Первом городском и до встречи в эфире. Сенам Клиник предлагает уникальные услуги на новейшем оборудовании. У нас вы можете пройти МРТ-обследование, УЗИ-диагностику, услуги ФГДС-кабинета по самым низким ценам. Запись по телефону 53-00-53, 50-26-50, 8-702-267-43-93.